лучшим овцеводом считают в Калмыкии Санжи Ачировича Дарджиева, старшего чабана совхоза Ленинской. От каждых 100 маток в его бригаде получено по 127 ягнят, а средний настрик шерсти 8,3 килограмма совцы. Это самые высокие результаты в республике. У Санжи Ачировича много дел, но главная забота – создать животным сытую зимовку, вдоволь заготовить сена и кукурузного силоса.